Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим печенье зебра. Очень вкусная выпечка к чаю. Рецепт очень оригинальный. Когда нужно что-то быстро и красиво к чаю, то этот рецепт точно пригодится. Продукты, которые нам понадобятся для приготовления, вы видите на своем экране. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В миске смешиваю 130 грамм сливочного масла. Сливочное масло я достала из холодильника и нарезала на маленькие кусочки. Вместо сливочного масла можно использовать растопленный маргарин или растительное масло. К сливочному маслу добавляю 10 грамм ванильного сахара и 120 грамм сахарной пудры. Хорошо перетираю вилкой. Чуть не забыла, обязательно добавьте щепотку соли для сбалансирования вкуса. И добавляем одно яйцо. Продолжаем перемешивать. Далее в муку добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешиваю. И буду просеивать муку с разрыхлителем частями в ранее замешанную массу. В конце я вам укажу, сколько мне понадобилось точно муки. На начальном этапе я добавляю 250 грамм, перемешиваю и смотрю на консистенцию. И затем, если нужно, добавляю еще. Примерно 2 столовые ложки оставьте, они нам понадобятся позже. И я вам расскажу потом зачем. Как определить, достаточно ли вы добавили муки? Когда вы уже видите, что тесто не замешивается вилкой, значит, муки уже достаточно. Далее визуально делим тесто примерно напополам и немного меньше, чем половину теста, перекладываем в другую емкость. В одну емкость добавляем 2 столовые ложки муки, которые я вам говорила оставить на потом. А в другую емкость добавляем 2 столовые ложки какао. Какао лучше берите темный, не сладкий, хороших сортов. И замешиваем тесто руками. Посмотрите, тесто должно получиться эластичное и не липнущее к рукам. Если вдруг у вас тесто сильно прилипает, то добавьте еще немного муки. Но не забивайте мукой, также его можно завернуть в пищевую пленку и убрать на 30 минут в холодильник. Затем с ним будет легче работать. И то же самое проделываем с тестом, в которое мы добавляли какао. В итоге у нас получилось 2 теста, светлое и темное. Далее каждый кусочек теста разделю примерно на 2 равные части. Из каждой части сформирую колбаску. Это очень простой способ, не надо возиться с каждым кусочком. Так получается намного быстрее. В итоге у нас должно получиться 4 колбаски примерно одинакового размера. Затем выкладываем на стол пищевую пленку и поочередно выкладываем светлую колбаску и темную колбаску. И затем наоборот, темную колбаску и светлую, чередуем. И затем, продолжая формировать, заворачиваем колбаску в пищевую пленку. Когда тесто полностью собралось в один как бы рулет, то убираем пищевую пленку. Колбаску сворачиваем и скатываем из нее опять более плотную колбаску. Для более легкого формирования колбаски пользуйтесь пищевой пленкой, делайте как я. И вот что у нас в итоге получилось. Получились разные узорчики. И теперь аккуратно нарезаем печенье на порционные кусочки и выкладываем на противень на небольшом расстоянии, чтобы при выпечке печенье не слиплось.
У меня получилось ровно на 26 Ставим штук. Ставим запекаться печенье зебра в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Друзья, печенье у меня запекалось немного дольше, чем я думала. То, которое поменьше, оно запеклось немного быстрее на другом противне. А это запекалось в течение 25 минут. Поэтому ориентируйтесь по вашей духовке. Даем печенью остыть, перекладываем его на блюдо. Получается очень-очень вкусно, красиво, оригинально. В это время ставим чай. Я уже попробовала одну печенюшку. Это очень вкусно. Попробуйте и вы испечь такое вкусное печенье зебра. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.